Минувшим вечером в помещение склада на улице Читаева, где собираются заказы, зашли 6 молодых человек. Между ними и сотрудниками доставки возник конфликт, переросший в потасовку. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения. После чего участники конфликта попытались скрыться. Сотрудники офиса нажали на тревожную кнопку, и нападавшие вскоре были задержаны. Статья предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Как сообщили представители службы доставки, их офисы оборудованы пропускной системой и кнопкой вызова группы быстрого реагирования. Все курьеры сервиса застрахованы от несчастного случая на сумму до 2 миллионов рублей. А контроль над пропускной системой после этого случая планируют усилить.